что за хуйня, ебать. Привет, брат. Блять, нахуй. Какие интро. Что, давай. Опа! Ростов папа встречает, точнее Женя папа. Сука. Бля, братан, хорошо, вообще нормально прям. Это, короче, Женька рецепт. Вот, на кедровых орешках. Вот, ну, блядь, прям реально кедровые орешки. Прям серьезная вещь. Все потому, что мир сошел с ума, блядь. Мир сошел с ума. Песню включил такую? Да, хочешь? Короче, когда я последний раз с ним эту на кедровых орешках с ним выпивал, трусы проебали. Я валялся, короче, понял, хуй пойми где, блядь. Он меня поднимал, ходил, блядь. Я тебе говорю, он меня поднимал, ходил, блядь. Так еще разбавлено было, сейчас чисто такое нормальное. Умеют, умеют люди делать. Да, вот это охуенный трек. Привет, привет. Это кедровые орешки, Люд. Нахуй ты проливаешь, что гонишь, блядь? Почусь. Блядь. Не снимай тут это, как, блядь, не проливаешь. Да, я ж не снимаю. Да, друг, бомба пишет. Бля, нихуя, естественно, блядь. Вы что думаете, что я в Ростов рвался? Просто так, что ли, сюда? Что за вопросы есть у вас? Задавайте. Не шо, а что, ладно. Не, шо, шо. Ну да, я в Ростове. Что за вопросы, ребят? Ростове, шо за вопросы. Задавайте. Что интересует? Что рассказать? Вот только с Москвы приехал. Бля, надо менять, понял, походу. Мне еще нельзя, но... Бля, короче, понял, свой гло дал, блядь, пацану, понял, ну, другу тоже. Угу. Мне что же гло тоже. Ну, мне Дима подарил. Шляпа чистая. А чё, он же купил, и чё, он ушёл? Да, дал тебе? А чё он? А у него сейчас Айкос. Заебал, он вообще гумер, я говорю, изменился пацан. Я вот отхожу, ребят. Сейчас покажу. Отход, отход, Петрович. Отход, отход, отход. Ребят, блин, с Миленой я уже все рассказал, что, как, почему. Я не собираюсь быть с тем человеком, который не пойдет за мной, куда я хочу пойти. Я не буду подстраиваться под кого-то. Я построился уже раз, но не вышло там. Почему мне нельзя было поехать с ней в Ростов? Попробую тоже здесь. А ты знаешь почему? Потому что там ревели горы. Кого? Там ревели горы. Горы? Да. Слушай. А песня такая, ебать. Души греет водный. Я с вами разговариваю, что вас не устраивает. Если вас что-то не устраивает, можете просто выйти. Это все. Вот если бы я, если вот я был... Зимой какой-то злой. Как друга зовут? Друга зовут... как тебя зовут, Иван? Поэтому все так получилось, я же говорю. Я ее звал, раз честно вам сказать.
Ну точно раз. Ну, 40 точно я ее звал. Нет, я не в Москве, я уже в Ростове. Раз 40 я ее за собой звал. Она не поехала, она решила остаться в Москве. Вот. В Москве ей нравится. Отношения строить она решила с Москвой, поэтому это ее проблема. Я зову ее туда, где я в себе уверен. Я здесь в себе уверен, я здесь знаю, что я поднимусь. В Москве я не поднимусь. Как вы думаете, если бы каких-то чувств у человека не было, то есть, ну, просто даже чувств бы не было, да? Она бы плакала, когда я уехал. А когда я уехал, она плакала. Она мне там смс-ки голосовые присылала, там, ну, она плакала. И свои... Была. То есть, если не было чувств, то человек просто так плакать не будет. Чувства были. Просто в своих жизненных ситуациях, вот, что у меня до этого было, я как-то с этим научился справляться. То есть, раньше я то же самое так же относился. То есть, я не плакал, но грузился, так сказать. Сейчас я более отношусь к этому... серьезно, то есть я не плачу, ну как, не то что плачу, я не гружусь, то есть я вот отпускаю ситуацию и все, я живу одним днем своей жизни, вот и все. Я, конечно, печально, я до сих пор ее жгу, я ее, мы пьем Женька настоечку, охуительную настоечку на кедровых орешках, вот, такой настойки вы еще не пили, я сам такую не пил, вот, блядь, уже второй раз только пью. Вот. А так, я же говорю, я ее зову, как бы, и даже когда там что-то произошло, я ее сестре написал, я говорю то, что передай ей, то, что если у нее есть желание, если реально есть какие-то чувства, чтобы она сюда приехала. Вот. Но на что сестра мне ответила ее, то, что хорошо то, что мы расстались, вот, у нас с ней, как она сказала, у нас с ней, типа, другие пути, что типа то, что разные дороги, другое мировоззрение, что-то типа такого. То есть, ну, если так, то так. Просто тут, может, знаете, в чем ситуация? То, что сестры повлияли на нее. Вот. Она-то девочка хорошая, просто я же говорю, на нее влияют сестры. Когда мы ушли с проекта, я сказал, что мы едем в Ростов. А сестры ей написали, не езжай с ним в Ростов, оставайтесь в Москве, здесь двигайтесь. То есть сестры как-то ее настроили против. Вот и все. Чувства то были, не знаю. Ну, не знаю, посмотрим. То есть я не так гружусь, правда. Мне не то, что все равно, мне обидно, мне за нее то, что она сделала такой выбор. Вот. А то, что там мы разошлись. Ну, мне обидно немного, но я же говорю, я научился отпускать ситуацию. То есть я не гружусь, ничего мне не то, что попало.